Так, одному из предпринимателей, чтобы получить разрешение на строительство парковки и вырубку деревьев на ее территории, пришлось возместить потери в двукратном размере. И теперь на месте, где раньше виднелся старый карагач, мешающий и пешеходам, и водителям, красуется 10 зеленых красавиц. То есть администрация дома нам, конечно, деревья пилить просто так не разрешила, и делать так. Посадить деревья, в принципе, с город Зеленстроем, по-моему, так он у вас называется. Мы отработали всю эту ситуацию, посадили маленькие елочки для того, чтобы они лучше прижились в данной местности. То есть там уже занимались городские службы. Ну, вроде все посажено, и сейчас стараемся сделать, чтобы все было хорошо и качественно. Посадить новые деревья придется и Орск водоканалу. Коммунальщики планируют продолжить водовод. В течение недели старые деревья будут вырублены, поневыкорчеваны, а их место займут свежие саженцы. А вот в благоустройстве территории одного из магазинов пришлось отказать. Проект не вписывался в общую картину города. Как видно, ко всему нужно относиться серьезно. Если проблемы благоустройства и дальше будут решаться таким же образом, то очень скоро город начнет расцветать, а предприниматели и строители получат столь долгожданную прибыль. Александр Трубецкой, Евгений Лунев. Новости дня.